n'atteindrai jamais la lune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer. Il y a une éternité. Никакой рекламы, только любимые исполнители Коннелл, Скарс, Милен Фармер, Роксет, Элтон Джон, Ник Кершоу и Майкл Джексон. По данным Яндекс.Пробок, дорожная обстановка в Москве оценивается в 6 баллов. Самые загруженные магистрали – это проспект Мира из центра 10 баллов, Волгоградский проспект тоже из центра 10 баллов и Ленинградское шоссе из центра 9 баллов. 1,5 часа потеряете на проспекте Мира от Банного переулка до улицы Докукина. Ровно час будет ехать по Николаимской улице, улице Сергея Радонежского, шоссе энтузиастов от улицы Земляной вал до Авиамоторной улицы. Медленнее всех Неглинная улица, Цветной бульвар от Театрального проезда до Самотечной площади. Скорость потока 3 км в час. Объезжайте пробки. Счастливого пути!